Зима отступает. Плюсовые температуры в дневное время ждут красноярцев в эти выходные в начале следующей недели. Слабеют ночные морозы. По прогнозам, не холоднее минус 10. Днем воздух и вовсе прогреется до плюс 8. Холод еще задержится на севере края. Так, на Таймыре в выходные синоптики прогнозируют до минус 18. На следующей неделе также высокие температуры у нас сохранятся. Погода будет пасмурная, осадки будут носить смешанный характер, то есть в виде снега и дождя. И также усилится со вторника у нас ветер.